Ебаю все на мне, гнаты. Разъебается, ба. Что происходит? Какой сегодня день? Какой? Сегодня Новый год. Да и что? Ну что ёлку купить? Зачем тебе нужна ёлка? Всё, блядь, иди гуляй. Ну ладно. Если без ёлки, значит бады ёлкой. Что делать? Ёлку нарезаю. И где ёлка? Вот, и жить на диване. Что вы? Кем это говорить, а? Дай поспать! О, ёлка поздравилась. Ха-ха, это кинесерёз кинулся. Какие серёз? Это кто сделал? Это я сделал. Я чё? Ёлка стоит! Ну да, говорю совсем, и сама ёлка, и толстый. Бойка! Не зови меня! Ну тогда ёлка, неси домой. И брата, ну что ёлка? Не пойду с ёлкой, да не голоди меня! Долго жопу поднял, иди за ёлкой с ней. Я сейчас говорю, там всё. Это я, а иду за ёлкой стою. И сурятина дьявольска. Опа! Что я нашел? Еще один девушка, а я иду все спию. Что ты делаешь? Я куплю, чего не видно? Ты кто у вас это такой? Я из них. А меня это лес. А я финик, мою ёлки. Нормальная ёлка. А это кто вы? Ну, сейчас и походится. Стало спайку спокойствием. Что тебе моя медведь ходит? Да нет, это такой медведь. Это охотники, что ли? Я веду водолю. Нет, не двигалась. Посмотри тут. Не ухвакал! И брата медведь. Сэс, а давай его расстрелим. Ты не попал! Побежал за ним. Иди сюда, медведь! Я не медведь! Где он? Не знаю. Фу, здесь не дворишь тут? Ну вот и попалась. О, это ты? За что ты ёлку спилил? Будет подездрав. А мне денег нет. На, забери, пойду. Надо на ёлку. Нормально пойду. Нормально. Ну все, договорились. Я пошел. Иди. Я встал, я тебя не видел, понял? Смотри, медведь человек попал. Сейчас я стрелял. Не понял. Отсюда не стреляют. Иди сюда, медведь. Я не медведь. Мутаться не пизда, так сбьются. Что делаешь? Весну ты мороз пишу. Точно. Ну что письмо написать? Привет, Дед Мороз. А чё?
фонарей. А чё прийти? Мам, а что мне нужно подарить? Ну не знаю, книгу обожди. Ты чё? Ху-ху. Книга там всё время всё это надо читать. Пойду в чат прошу. Дед, дед! Что, внутик? А что тебе мороз подарит? А, собакон аппарат. А что такое? А это, чтобы собакон поить и продавать. Деньги попало. Не, это так долго уже было. Пойду это справиться. Что написано? Так, мне... Я фунты 13. А что за цифра 13 это? Сейчас сделаю. Так. Так, ключи. Вы берете мороз? Хочу подвести. Какой 13 порог? Есть, Тодова. Нифига себе. Это судья мороз. Кто-то пришел. Иди мороз, посмотри. Ого. Начало мой и бумаги. Вот iPhone 13 ты заказал. Нормально. А ты, Фуаты. Ну да, я. Иди сюда, подарок тебе дам. Ну давай. За что? Ну ты за бизнес сам написал, что хочешь подарок, три удара. Я не писал. Это я писал. Ты писал прикол. Сейчас у тебя будет прикол. Зачем так один? Иди сюда, собрать головой. Ты не будешь себе бить. Почему? Потому что там стоит. Что тут происходит? Ты я ту елку принес. Спасибо. Иди сюда. Смысл иди сюда. Давай я тут купил елку. Вот стоит. Я не понимаю. Ты чё за елку? В Россию выходил. Знали, как вы достали вопросы. Лого стреляли в комью заходить. Ага. Хоть не раз, ба. Я тоже. Ты дома? Идем гулять. Я уже бегу. Я с вами. Всем за мной сегодня. Смотри, что я купил. Ого. Давай ты же бутылку сорвем. Не, давай в метро. А вы видите сосед? Мы видим сосед и чё? Давай это сорвем сосед, чтобы образовался. О, хорошая идея. Ну давай, ты так и сделаем. Или... А... Не знаю, она сидит. Сейчас ты плоский вычел! Тебе пацаны нас не найдут. Ну когда ты прятаешь, уроды? Ой, меня мама слонит. Бойко, блин, давай выключайся. Да вот мы попались. О, смотри, дракон идет. Где? Бежим. Да нет, это дракон. Снова козлы ломануют. Ну ладно, пойду в этом. Пап, а можно в опасный? Ну попробуйте тут, пока мы не увидим. А я застал меня здесь. А я говорил, не сяду в опаску. Он что, давай, блин. А где бойка? Уже на какой-то ты сочетал. Давай на стол сидится. Иди, дай бою. Мама! Да бойка вам салюту поехали, ты потом. Салют, гоните. Не бойтесь, я в порядке. Я только когда ука все горит. Как это потом угорится? Ладно, держи! Ну как не так? Что, куда? Украины.